Традиционно 19 августа все православные отмечают День Преображения Господня, который в народе больше известен как Яблочный Спас. История возникновения этого праздника уходит в библейские времена. Считается, что именно в этот день Иисус преобразился перед своими ближайшими учениками, доказав тем самым, что Он является Сыном Господа. И сегодня для многих верующих этот праздник прежде всего является праздником преображения. Всегда в этот праздник хочется верить, что Господь по своей милости дарует каждому из нас, если человек будет к Господу стремляться, какое-то преображение души. Откуда же взялось второе название – «Яблочный Спас»? Считается, что все дело в том, что именно в это время созревают яблоки. Но, как оказалось, традиция освящать в этот день яблоки, да и другие созревшие плоды, пришла к нам из Греции. В Греции на праздник преображения освящали виноград для того, чтобы из него делать вино. Из этого винограда делали вино для богослужения. И русская православная церковь, русские люди, они переняли этот обычай. Но так как у нас винограда не было, мы начали освящать яблоки в этот день. Сегодня в храмах города в честь праздника прошли торжественные богослужения, освящение урожая, а в Спасо-Преображенском соборе Рязанского Кремля верующие совершили крестный ход.